Обращается к вам с этим письмом давно забытая вами ваша несчастная знакомая из деревни. Итак, любезный братец, милостивый государь Петр Иванович, что за сестрица? Василий! Василий, откуда это письмо? Приехал молодой барин из деревни, ваш племянник. Назвал себя Александром Федоровичем Адуевым, а вас дядюшкой. Обещался быть об эту пору. Ой, вон как. А ты скажи этому господину, как придет, что я вставши уехал на завод и ворочусь месяц через 3. Может, через 10. Понял? Пойди. Слушаюсь. По гроб жизни буду помнить, как мы вместе, гуляющие около нашего озера, вы с опасностью для жизни и здоровья влезли по колено в воду и достали для меня большой желтый цветок. Отсылали у вас та ленточка, что вы вытащили из моего комода, несмотря на все мои крики и моления. Я вытащил ленточку, надо же. А я обрекла себя на незамужнюю жизнь. О, старое дело. Не мудрено, что у нее желтый цветок на уме. Любезный мой деверек Петр Иванович, вот привел Бог благословить на дальний путь бесценного моего Сашеньку, отправив его в Петербург, не велела нигде приставать, окромя вас. Ну, глупая старуха. Вспомнил я, дорогой деверек, как мы 17 годков тому назад справляли ваш отъезд, как плакали да убивались. Василий! Василий, когда придет этот мой племянник, ты ему не отказывай. Да, пойди и займи наверху ту комнату, что сдается. Слушаюсь. Остерегайте его от вина и карт. Ночью вы чай в одной комнате будете спать. Сашенька привык лежать на спине. От этого больно стонет и мечется. Вы тихонько разбудите его, да перекрестите. Сейчас и пройдет. А летом покрывайте ему рот платком. Он его разевает во сне, а проклятые мухи так туда и лезут под утро. Не оставляйте у случая нужды деньгами. Пожаловали, племянник ваш Александр Федорович. Здравствуйте, дядюшка. Ну, здравствуй, здравствуй. Тетушка Марья Павловна просила вас обнять. Тетушки твои, слетаем, пора бы быть умнее. А я вот вижу, она все такая же дура, как была. Ты мне извини, я без церемонии буду при тебе переодеваться. Ради бога, извините меня, дядюшка. За что? Ну, за то, что я справился в конторе дилижансов, а не приехал прямо к вам. Так ты очень хорошо сделал. Как бы ты мог приехать ко мне, не знавши, можно меня остановиться или нет? Квартира у меня, как видишь, на одного, холостая, зала, гостиная, столовая, кабинет, рабочий кабинет. Гардеробная, да туалетная, лишней комнаты нет. Я постесню тебя, а ты меня. Ну, я тебе снял комнату здесь же, в доме наверху. Дядюшка, я не знаю, как мне благодарить вас за вашу заботливость. Не надо меня благодарить. Что ты? Я тебе родня, исполняю свой долг, не более. Простите. Теперь извини меня, я пойду, у меня дела, служба и завод. Завод? Я не знал. Стеклянный и фарфоровый. Ну, правда, я не один, нас трое компаньонов. И что, хорошо идет? Идет порядочно. Правда, один компаньон ненадежный, все мотает. Ну, да я умею держать его в руках. Ну что ж, Александр, погуляй по Петербургу, посмотри город, пофланируй, пообедай где-нибудь. Вечером можешь зайти, поговорим. Спасибо. Василий, покажешь им комнату, поможешь устроиться. Да. Туго тебе здесь придется. Почему? Блеску в глазах много. Пожалуйте со мной, сударь. Что это за житье здесь? У Петра Ивановича кухня-то, слышь,
раз в месяц топится. Люди-то у чужих обедают. Эк, господи, ну и народ, нечего сказать. А еще петербургские называются. У нас и собака каждая из своей плошки лакает. Будь здоров. И спрячь свои секреты, я отвернусь. Спрятал? Здравствуй. Добрый вечер. Зашел посмотреть, как ты устроился. Ну что, доволен? Очень. Я начинал хуже. Ну скажи мне теперь, зачем ты сюда приехал? Я приехал, чтобы жить. Ну, если ты под этим разумеешь есть, пить, спать, не более не стоило труда. Нет, я подразумевал другое, дядюшка. Наймешь билетаж, на Невском заведешь карету, откроешь у себя дни. По-вашему, выходит, будто бы я сам не знаю, зачем я сюда приехал. Ну, почти что так. Ну, хорошо, я вам отвечу. Ну? Я приехал сюда, потому что меня влекло неодолимое стремление и жажда благородной деятельности. Поймите, во мне кипело желание уяснить и осуществить те надежды, скажи, которые дружок, мы... Ты, случайно, стихов не сочиняешь? Вообще-то я и прозой. И прозой тоже? Позвольте, я покажу. Нет, сейчас. Не надо. Как не сюда. Потом это я просто так спросил. А что? Ну, ты так говоришь. Нехорошо? Вообще, может, хорошо, но дико. Так, насколько могу себе уяснить, ты приехал сюда для того, чтобы делать здесь карьеру и фортуну. Да? Если вам угодно понимать так. Ну что ж. Мысль хорошая. Так вот, ты напрасно приезжал. От чего же? Ведь я надеюсь, что вы не по собственному опыту это говорите, правда? Да, отдельно замечено. Я точно хорошо обставлен. Дела мои не дурны. Но сколько я могу судить, ты и я. Большая разница. Так я нисколько не собираюсь сравнивать себя с вами. Да нет, может, в 10 раз лучше и умнее, чем я. Только я смотрю, ты изнежен. Где тебе выдержать здесь все то, что я здесь выдержал? Я надеюсь, что из меня что-нибудь получится, если, конечно, вы не оставите меня своими советами и заботливостью. О, нет. Советовать я вообще боюсь. Мнение свое сказать, изволь, не отказываюсь. Ты слушай, не слушай, это твое дело. А вы знаете, дядюшка, я все-таки постараюсь приноровиться к современным понятиям. Да? Правда, потому что вот даже сегодня, глядя на эти огромные здания и гигантские корабли, я подумал об успехах современного человечества. И как мне кажется... Да. Я понял волнение этой разумно деятельной толпы, которая Подожди, как ты говоришь? Волнение разумно деятельной толпы? Правда, напрасно приезжал. Лучше бы в деревне оставался. А известно ли тебе, что таких молодцов, вот как ты, в Петербург ежегодно приезжают не десятки, не сотни, а тысячи? И у всех жажда благородной деятельности, карьеры, фортуны. Вот. Где они все потом? Просто я надеюсь, что у меня хватит мужества и сил. Ну ладно, ты приехал, не ворочаться же назад. Посмотрим, может, удастся что-нибудь из тебя сделать. Что у тебя выпало? Волосы? Подлинно ничего. Ну, я видел одно, так уж покажи другое. Что-то спрятал в руке. Что это? Откуда? Ну, ты, дядюшка. В общем, это вещественные знаки невещественных отношений. Что? Софья, при прощании на память. Дай-ка сюда эти знаки. И вот это ты вез за 1000 верст. Правда, лучше привез мне мешок сушеной малины. Дядюшка, ты что вы сделали? Как назвать ваш поступок? Как назвать? Бросанием из окна в канал вещественных знаков, в котором невещественных отношений, прочей дряни пустяков. Так что значит это по-вашему пустяки называется? А ты что думал, что вот эта половина твоего сердца... Да вот тихо, как? Тихо. Я к нему за делом пришел. Он чем занимается, сидит, понимаешь, и думает над дрянью.
Это что, значит, по-вашему, мешает делу? Очень. Время идет. У тебя Софья да знаки на уме. Теперь тебе Софью да знаки надо бы забыть. Софью, дядюшка, я никогда не забуду. А, конечно, не брось, я твои залоги в окно помнил бы ее лишний месяц. Вы что ж, никогда никого не любили? Знаков терпеть не могу. Дядюшка, ну ведь, по-моему, святое волнение не любит только... Знаю, святое волнение не любит. Твои лета увидит только башмачок, там, локон, подвязку, дотянутся до руки, бежала по телу. Святая возвышенная любовь. А дай волю, так ведь и того. Твоя любовь впереди. От этого, к сожалению, никуда не уйдешь. А вот дело, оно уйдет, если ты не станешь им заниматься. Я почти нашел тебе место. Понял? Дядюшка. Что ты? Я не знаю. Ну, как мне благодарить вас за вашу заботливость? Надо меня благодарить. Дядюшка. Господи, боже мой, нашел-таки случай, как-то я не остерегся. Скажи мне, что ты знаешь, к чему ты чувствуешь себя способным? Дядюшка, я знаю археологию, ну? Я знаю эстетику, я знаю уголовное, юридическое и народное право. Прекрасно. Я знаю земномерные. Скажи, а вот писать по-русски порядочно умеешь? Дядюшка, ну что за вопрос? Я сейчас. Дядюшка у меня кажется добрый человек, очень умен, только человек весьма прозаический. Вечно в делах, в расчетах. Сердце его чужды все порывы любви, дружбы, все стремления к прекрасному. Я иногда вижу в нем как бы пушкинского демона. Не верит он любви и прочему, говорит, что счастья нет. Сильных впечатлений не знает, кажется, не любит изящного. Я думаю, что не читал даже Пушкина. Дядюшка, что вы делаете? Тут лежало письмо к другу твоему. Извини, захотелось посмотреть, как ты пишешь. И вы прочитали его? Да, почти, а что? Ну, что же вы теперь обо мне думаете? Думаю, что по-русски пишешь порядочно. Правильно, гладко. Ну, значит, вы не прочитали того, что там написано. Еще, кажется, все прочел. Сначала описываешь Петербург, свои впечатления, потом меня. Господи. Что с тобой? Ну, вы говорите это так покойно, вы не сердитесь. Не ненавидите меня. С чего мне бесноваться? Ну, так докажите мне это, дядюшка. Ну, изволь, чем прикажешь. Обнимите меня, дядюшка. Нет, извини, не могу. Почему? Потому что в этом поступке разума, то есть смысла нет. Если ты был женщиной, то другое дело. Там это делается без смысла, по другому побуждению. Ну, вы не считаете меня чудовищем. А что, каждый, кто напишет вздор, у тебя чудовище называется? Ну, знаете ли, все-таки читать про себя такие горькие истины, это что-то. Ты что, воображаешь, что ты написал истину? Нет, я переправлю. А кому ты адресуешь эту истину? О, это поразительный человек. Это мой сосед, мой единственный настоящий, мой ближайший друг. Поспелов. Он тоже будет в Петербурге. Тоже приедет. Мы должны, мы обязаны. Человечество сейчас требует лучших умов, чистых сердец, честных душ. Я не знаю, как вам проще это объяснить. Пока свободой горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим. Души прекрасные порывы. Товарищ. Это ему. Желаешь, я продиктую тебе истину? Желаю. Ну-ка, садись, пиши. Пиши. Любезный друг. Любезный? Написал? Написал. Петербург и свои впечатления описывать не стану. Ибо Петербург давно уже описан, так что нечего попусту тратить время и бумагу. Лучше опишу моего дядю, потому что это относится лично до меня. Понимаешь? Дядю. Успеваешь? Дядя мой не глуп. Не зол. Мне желает добра. Дядюшка, поверьте, я умею ценить, вы не думайте. Хотя не вешается мне на шею. Он говорит, что меня не любит. Весьма основательно говорит, потому что за 2 недели нельзя полюбить. И я его еще не люблю, хоть и уверяю в противном.
Ну вот это уж неправда, только дядюшка. Не надо врать, врать. Право, как-то ну, вы... Врать не надо, врать. Нехорошо, ты пиши, пиши. Но мы, кажется, начинаем привыкать друг к другу. Ну что у тебя еще, дух, демон? О, Господи, пиши, дядя мой не демон, не ангел, а такой же человек, как и все. Он думает и чувствует по-земному, полагая, что раз мы живем на земле, то и нечего летать с нее на небо, где нас, слава тебе, Господи, пока не спрашивают, а заниматься человеческими делами, которым мы призваны. Он уверяет, друг мой Поспелов, что я тебя забуду, а ты забудешь меня, это мне, да и вероятно тебе покажется дико. Но дядя советует привыкнуть к этой мысли, о чем оба впоследствии не будет в дураках. Дядя мой любит заниматься делом, это даже вот подчеркни, делом. Что советует мне, а я тебе. Правда, мой дядя не всегда думает о службе, о заводе, знает наизусть ни одного Пушкина. Вы дядюшка? Ты пиши, пиши. Дядя мой читает на двух языках, все, что выходит замечательно, по всем отраслям человеческих знаний. Любит искусство, часто бывает в театре. Ну, не суетиться, не охает, не ахает. Полагаешь, что это ребячество. Что надо воздерживать себя. И главное, никому не навязывать своих впечатлений от искусства. Потому что до них никому нет дела. Он также не говорит диким языком, что советует мне. А я тебе. Пиши ко мне, друг мой Поспелов, пореже. Не теряй попусту время. Ну, друг твой такой-то. Месяц, число. Знаешь? Дядюшка. Что? Ну, как же можно посылать такое письмо? Пиши пореже. Я тебе только высказал свое мнение. Ты ведь сам просил, принуждать не стану, не нянька. Ну, ладно. Подождите. Чего ты ищешь? Подождите, подождите. Что? Да я ищу другого письма к Софье. Где же оно? Я не бросал его за окно. Я не могу понять сам. Дядюшка. Ведь вы ему сигару прикурили. Да, извини, пожалуйста, не заметил. Сжег такую драгоценность. Ну ладно, писать по-русски ты можешь. Завтра поедем в департамент. Что за кипу ты вытащил? О, дядюшка, это мои диссертации. Тут особенно есть один проект, который я обработал. Один из тех проектов, которые тысячу лет как исполнены, которые нельзя и, главное, не нужно исполнять? Ну, а как же моему начальнику узнать о моих способностях? Начальник мигом узнает. Он мастер узнавать. Ты подожди, а ты какое место хотел занять? Ну, я не знаю, какая разница. Ну, если есть места министров, товарищей, директоров, вице-директоров, стол начальников, чиновников особых поручений, но мало ли. Думаю, что, может быть, на первое время место... Стал начальника, по-моему. Хорошо, хорошо. Через 3 месяца тогда уже в директоры, а через год и в министры. Думаю, что начальник отделения сказал вам, какая у него имеется вакансия. Да, давай лучше положимся на него в этом вопросе. То он обидится, пуганет порядком, он крутенький. Вот вы еще просили стихи показать. Стихи? Я что-то не припоминаю, что просил. Ну, я думаю, что служба службой, а душа, она все-таки требует... То есть ты хочешь сказать, что кроме службы ты хотел бы заняться еще чем-нибудь, так что ли, в переводе? Да. Похвально, чем же, литературой? Да. А ты уверен, что у тебя есть талант? Ты пойми, без таланта ты станешь чернорабочим в искусстве. Что хорошего? Талант другое дело, с талантом можно много доброго сделать, к тому же талант, капитал стоит твоих 100 душ. Дядюшка, вы это измеряете деньги. А чем прикажешь? Чем больше тебя печатают, тем больше платят денег. Ну что тут у тебя? Станция. Гляжу на небо. Там луна. Безмолвно плавает, сияя. И мнится в ней погребена от века тайна. Роковая. А? Вот еще перевод из Шиллера. А ты что, знаешь языки? Я знаю немецкий, французский и немножко по-английски. Вот это я тебя поздравляю, давно бы сказал. Спасибо.
скромность не кстати, я тебе точно найду литературное занятие. Правда? Конечно, языки дело большое. Дядюшка. Что, дружок? Вы знаете, мне так много есть, что сказать. Я не знаю, как мне поблагодарить вас за вашу заботу. А вы знаете, так, подари мне свои проекты и сочинения. Пожалуйста. Подаришь? Я вам сделаю оглавление даже в хронологическом порядке. Нет, в хронологическом это мне не обязательно. Евсей! Евсей! Евсей, отнесите бумаги моему слуге Василию. Почему Василию? Я и сам отнесу к вам в кабинет. Нет, у меня Василий просил бумаги, ему там оклеить что-то надо. Как оклеить? Как? Перегородки оклеить. Ты ведь не подари? Ну, какая тебе разница, какое употребление я сделаю твоему подарку? Ну, ведь это же мои труды. Это мои мечты. Послушай, Александр. Вот когда-нибудь после не станешь краснеть за это и скажешь мне спасибо. И вообще начинаешь жить по-новому, Саша. Петербург – город красивый, но строгий. Пощады от него не жди. Дело, дело, дело. Иван Иванович. Испытайте вот его. Хорошо. Пожалуйста, со мной, сударь. Пожалуйста. Прошу. Хороша ли у вас рука-с? Что? Почерк-с. Потрудитесь переписать вот эту бумажку. Плохо пишутся. Да, нехорошо. Да. Набело писать не может. Да ну какой-то, господи, конечно. Пусть пока переписывает отпуска. Так. А как попривыкнет, займите его исполнением служебных бумаг. Угу. А вот что-нибудь получится. Да, вот. Переписывайте. Надо сделать перенос. Разве так, как я написал, хуже? Может быть и лучше. Но нельзя-с. Почему? Нельзя-с. Ну, разве от этого что-либо меняется? Многое. Что же? Порядок-с. Так что попрошу, без нововведений. Вытерпеть.
Надо вытерпеть. Прошло более 2 лет. Кто бы узнал нашего провинциала в этом молодом человеке с изящными манерами в щегольском костюме? Фортуна, Александр. Начальник отделения хвалит тебя. Только говорит, что ты рассеян. Дядюшка, если вы только могли себе представить, какой поразительный человек мой стал начальник. Ты почем знаешь? Сблизились? Это такая тонкая душа, что он. Скажи, он не звал тебя к себе по четвергам? Каждый четверг. Так, помощник просил денег взаймы? Сущий бездельца, я ему дал 25 рублей, то, что у меня в кармане было. Он просил еще 50. Ты уж дал? Уж дал? Ну что делать, не предупредил тебя. Грех пополам. 12 полтин, считай, за мной. Дядюшка, он же отдаст. Держи карман шире. С начальнику не ходи. Почему? Картежник поставит тебя с 2 такими же молодцами, как он сам, оставит без гроша. Он картежник. Ты что думал, там вокруг тебя ангелы сидят? Ну, право, напрасно приезжал. Лучше бы в деревне остался. Нет, дядюшка, нет, не скажите. Уверяю вас, если бы только могли себе представить, какой удивительный бал вчера был у Зарайских. Что, хороший? Див. И народ был порядочный. Да, такие глаза, такие плечи. Плечи у кого? У них. У кого у них? Ну, у девиц. Ой, господи, ну все равно. А что, много было хорошеньких? Да, очень. Но ужасно жаль, что все однообразны. Да коли корсет будет скрывать вздох любви, вопли растерзанного сердца, неужели не даст выхода чувств? Почему? Перед мужем потом все откроется. Есть, правда, дуры, которые до свадьбы раскрывают то, что следовало бы прятать да подавлять. Потом слезы, слезы. Не расчет. Дядюшка, у вас и здесь расчет. Как и везде мы умеем. По-вашему, значит, и чувство можно управлять как паром. То открыл клапан, то закрыл клапан. Смотри, Александр, хорошо сказал. Этот клапан природа недаром дала человеку, это рассудок. А вот ты не всегда им пользуешься, жаль. Не извините, мне просто грустно вас слушать. Ну, понятно, понятно. Дядюшка, если можно, познакомьте меня, пожалуйста, поближе с этой приезжей барыней. С которой? С Любецкой. Она была вчера? Она была вчера, много раз спрашивала о вас, о своем деле. Вот, кстати, отвези-ка это письмо. Скажи, что вчера выдали из палаты, поэтому задержал, на. А что тебе вздумал с ней знакомиться? Она неинтересная, с бородавкой у самого носа. С бородавкой? Нет, я не заметил. Как же ты у носа, да не заметил. Что ж тебе хочется к ней? Я не понимаю, о чем вы спрашиваете. Она добрая, почтенная женщина. Бородавку носа не разглядел, а уж заметил, что она и добрая, и почтенная. А, позволь, мне кажется, есть дочь. Вот отчет не разглядел бородавки у самого. А я удивляюсь, дядюшка, почему вы сперва бородавку заметили, а дочь не заметили. Вот это просто удивительно. Послушай, Александр, подай назад бумагу, а то ты поедешь туда, забудешь закрыть свой клапан. И все чувство выпустишь. Нет, дядюшка, нет, как хотите, бумаги я вам не отдам. Ну, смотри, я тебе нашел литературное занятие. Правда? Вчера виделся с одним знакомым редактором. Он прислал тебе для опыта немецкую рукопись об укреплении государства. Вечером зайди, возьми. Вечером я не могу, я буду на даче у Любецких. У Любецких? Ну, смотри, Александр. Правда, смотри. Дядюшка. Закрой клапан. Закрой клапан. Дядюшка. Закрой клапан. Я откланиваюсь. Даже не думала, вы ведь знаете, я всегда в саду. Вы сердитесь? А что вот идея? Тогда давай ручку пожалуйте. Пожалуйста. Что вы делаете?
Обедаю. Обедаете в 6 часов вечера молоком? Ой, вам странно смотреть на молоко после роскошного обеда у дядюшки. А мы на даче живем скромно. Я же не обедал у дядюшки, я еще вчера отказался. А где же вы были до сих пор? На службе задержался до 4 часов. А сейчас 6. Не лгите уж. Скажите, соблазнились обед в приятном обществе. Надежда Александровна. Александр Федорович. Надежда Александровна. Да я не обедал у дядюшки, как бы я к вам поспел об эту пору. А вам это рано кажется. Вы могли бы часа два не приходить. Полноте шалить, я вовсе не шалю. Где же вы были? Я отобедал у ресторатора на скорую руку. На скорую руку? Бедненький. Вы должны быть голодны. Не хотите ли молока? Дайте, дайте мне эту чашку. Софьевич, посмотрите, попаду я капли на букашку, чтобы ползать по дорожке. Надо, Александр. Бедная букашка, смотрите, попала. Что Надежда? Я надела, она умрет. Бедная букашка. Знаете, это поразительно, как вас занимает эта букашка. Мерзкая букашка, где же вы были? Я сказал вам. А да, у дядюшки. Надежда Александровна. А где же вы были? Я же вам сказал. Ну, я иду к маменьке. Ну, куда же вы уходите? Ну, к маменьке, я же сказала. Надежда Александровна. Александр Федорович. Надежда. Вы не стоите. Не стоите. Вы заставите так долго ждать себя. Я 2 часа постояла у решетки. Мила, что вы делаете? Вы забыли себе маменьке сказать? Ради бога, не надо. Прошу вас. А вы меня очень любите. Очень. 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 Уже есть горе на свете. Наверное. Какое же? Дядюшка говорит, бывает бедность. Бедность. Уж ли бедная не чувствует того, что мы теперь в отражении не бедны? Ты ангел. Ангел. Ой, как вы больно жмете руку. А знаете ли, говорят, что было однажды, и когда больше не повторится, стало быть, от минуты не повторится. Почему? Ну, я не знаю. Да разве нельзя верить самим себе? Я не знаю. Надо, надо верить. Мне так много надо вам сказать. И мне, Наденька. Нас не одолеет ничто. Точно так же, как ни единый звук не нарушает тишину этого сада. Ой, мне так много надо вам сказать. Надежда. Так много надо вам сказать. Надежда. Надежда Александровна. Александр Федорович, Наденька, где же вы? Простокваша давно на столе. За мигом невыразимого блаженства вдруг простокваша. И дядюшка хочет меня уверить, что счастье химера. Бессовестный. О, Господи. Здравствуйте, дядюшка. Александр, что это с тобой? Что тебя давно не было видно? Так? Лицо у тебя какое-то праздничное, что тебе? Асессора тебе дали или крест? Может, денег дали? Так что ты таким полководцем смотришь? А? Что с тобой? Как тебя ломает? Ну, что с тобой? Ну, неужели в моем лице ничего не замечаете? Что-то глуповатое, да? Да ну, слушай, уж ты не влюблен ли? А так и есть, как-то я сразу не догадался. Вот отчего-то стал ленив. Я не ленив, я молод! Следовательно, глуп. В Наденьку Любецкую. Я не спрашивал. В кого бы ни было, все одна дурь. Подожди, ты какую Любецкую? Это вот та, что с бородавкой, да? Господи, с какой бородавкой, дядюшка? У самого носа ты все еще не разглядел? Да вы все путаете уже. Это кажется, у ее матери есть бородавка около носа. Ну, это все равно. Что значит все равно? Ну что значит все равно? Видеть ее однажды и не заметить, для этого надо, значит, по-моему, просто, ну что как... Там, ну, вот что как... там замечать-то ведь? Что в ней особенное? Бородавки, ты говоришь, у нее нету, да? Господи, ну далась вам эта бородавка, дядюшка. Ну, подожди, у самого носа очень противен. Да разве похоже на этих светских чопорных марионеток? В разговоре с ней вы не услышите пошлых общих мест, и Наденька как... Наденька... Я не знаю, ну как... Как Наденька? Дядюшка! Александр, умоляю, не надо, ну закрой клапан-то, за одну минуту ровно 2 глупости. Обчленяю всего. Ничего, ну... Смотри, письмо закапал. Ну, если скоплю, это будет... О, третья глупость. А это 50 рублей стоит. Ну, заплачу им за это. Ну, вот заплачу. Четвертая глупость. Тебе, я вижу, прям очень хочется рассказать мне о своем счастье. Нечего делать, рассказывай, да поживей. Давай. Нет, дядюшка, подобные вещи... Настоящий мужчина мужчине не рассказывает. Ну, ты-то ведь хочешь рассказать, я вижу. А желаешь, я и сам расскажу. Забавно, забавно. Очень забавно. Вчера ты видел со своей красавицей наедине.
Дело началось у вас пустяков, с узора. Мы да? Угадали. Мы были в саду. С цветка. Может, еще желтого. Ты спросил, нравится ли этот цветок? Да, отвечала она. Почему, дескать? Так, отвечала она, и замолчали оба, потому что хотели сказать совсем другое. Он стал уверять ее, что только теперь узнал цену жизни, когда встретил свою, как ее там зовут. А руками-то поди работал, да? Не переломил ли вишню или целую яблоню? Дядюшка, вы что, подсматривали за мной? Я там за кустом сидел, не видел? Откуда же вы все это знаете? Ну, милый мой, от Адама и Евы одна и та же история, с маленькими вариантами. Узнай характер действующих лиц, узнаешь вариант. Все это, Саша, было. Было. И глупо. Нет, вы знаете, дядюшка, пусть я буду тысячу раз глуп в ваших глазах, но я просто не могу жить с вашими представлениями о жизни, о людях. Вы знаете, мне тогда вообще не надо жизни. Не надо мне ее при таких условиях. Ну что я могу сделать? Я же не могу тебя лишить ее. Я предчувствую, ты у меня много чего перебьешь, переломаешь. Да и это ничего. Любовь любовью. Не нами заведено заниматься и особенно прилежным в твои лета, но ведь не до такой степени, чтобы забывать о деле. Господи, мое дело вообще какая-то бюрократическая машина. Людей нет, колеса, пружины. Ну дайте самое извлечение из немецких экономистов. Да делаю, но это так просто. Полно, Александр, что-то никаких знаете. Извлечений ты не делаешь. Ну не делаю. Так вот не делаешь. Ох, это мне любовь в 20 лет. Вы мне простите, а в каком же возрасте она, по-вашему, должна случаться? В 40? Если, дружок, я не знаю, какова любовь в 40 лет, а вот в 39, это я знаю. Ну, то есть, как ваша? Что, пожалуй, как моя. Стало быть, увы, но никакая. Ну, ты-то почем знаешь? Ну, полноте, дядюшка, это уже перестанет, будто бы вы можете не любить. Что ж, я не человек? Только я люблю разумно. А, хорошая разумная любовь, которая помнит себя. Дикая, животное не помнит. Разумная должна помнить. Значит, это не любовь. А что же? А так. Гнусность, как ты говоришь. Дядюшка, так вы, стало быть, действительно любите? Стало быть. Кого же? Тебе что, хотелось бы знать? Ну, конечно. Свою невесту. Так вот, стало быть, женитесь. Стало быть. Я не знаю, могу ли я так говорить. Дядюшка. Господи, ну почему же вы со мной не поделились? Я не могу этого понять. Александр, я вообще дележа не люблю. А в женитьбе особенно. Право. Дядюшка. Что, милый? Наверное, вы меня слышите? Слышу. Наверное, оба жениться будем. Александр, перестань, ну и правда. Ради ну, Бога, закрой клапан, ну тебе жениться. Но в твои лета. Не 22 года, дядюшка. Ну да, пора. В твои лета женятся только мужики, когда им нужна работница в доме. Ну хорошо, что мне делать, если влюблен в девушку? Кстати, никак не советую тебе жениться на женщине, в которую ты влюблен. Ну, знаете ли, дядюшка, это уже что-то новое, вы знаете. Да. Этого я еще не слыхал. Мало ли чего-то не слыхал. Я все-таки думал, что супружество без любви быть не должно. Александр, супружество... Супружеством. Любовь. Любовь. Жену надо искать. Выбирать. Выбирать? Угу. Выбирать. Ведь любовь... Увы, пройдет. Так что, извини меня, просто пошла истина. Ты самая грубая ложь и клевета. Любовь пройдет, повторяю я. И вот тогда женщина, которая казалась тебе идеалом совершенства, покажется очень и очень несовершенной. А вот делать будет нечего. Любовь, как ни парадоксально, любовь заслонит от тебя недостаток качеств, нужных для...
для жены, понимаешь? А, ну так стало быть, вы женитесь по расчету. Да нет, Александр, не по расчету. Не по расчету, но с расчетом. А тебе теперь вовсе не следует жениться. Хорошо, когда же мне жениться, дядюшка? Ну, когда я состарюсь, зачем мне следовать нелепым примером? В том числе и моему. Я не вас имею в виду. Спасибо, нет, спасибо. Честное слово, спасибо. Вы знаете, слышишь о свадьбе, идешь посмотреть, видишь, как юное нежное существо, ребенок ее одевает в газ, убирает цветами, несмотря на ее мольбы, стена не влекут, словно жертву, и ставит подле кого? Подле кого? Ну, подле пожилого человека, по большей части, простите меня, но некрасивого, да с лысиной. Подожди, а за кого выдавать-то эти прекрасные существа? Ну, за тех, кто не утратил блеска юношеской красоты или хотя бы волос. То есть за таких молодцов, как ты? Да, да. Много будет проку. Скажи мне, для чего ты женишься? Я? Да. Ну, вот видишь, несерьезно, сам не знаешь. У меня дух захватывает от одной мысли, правда. Правда, она говорит, нужно подождать год, нужно испытать себя. Да, она так говорит? Да. Чего не понимаю, ей сколько лет? О, ей 17 будет. А тебе 22? Ты смотри. Она в 22 раза умнее, чем ты. Год? Да за этот год она тебя еще, знаешь, и надует. Помяни мое слово. Дядюшка. С кем вы жили всю вашу жизнь? Жил, Саша, я с людьми. Любил. Ох, любил женщин. Она обманет. Женщина в воплощении искренности и чистоты. Ну и все-таки, Саша, женщина. Поэтому, вероятно, обманет. Ну, после этого скажете, что и я ее обману. Не исключено. Господи, а кто же я тогда в ваших глазах? Человек. Дядюшка, бедный мой, старенький мой дядюшка, поймите, что не все одинаковые. Ну, Александр, ну что с тобой толковать? Ты посмотри в зеркало на себя. Ты как в бреду, уходи. Хорошо, скоро хорошо, час, и слушать не хорошо. Станешь. Да, завтра обедаю, у меня будет кое-кто. Нет. Завтра не смогу, я буду на даче у Любенских. Ну, Александр, я говорю совершенно серьезно, я скажу редактору, чем ты занимаешься. Хорошо, хорошо, я кончу извлечение из немецких экономистов, да, честное прежде, слово. Прежде, подожди, прежде начни, начни. Дядюшка! Закрой клапан, уходи. Дядюшка! Позавидовать можно. Глупо. Ты с толку сбил. Противный граф сидит. Граф? Что за граф? Не знаете, какой граф? Ну, граф Новинский, известный наш сосед. Он же его дача, сколько раз сами хвалили сад. Он что, старик? Ой, фи, какой старик, молодой, интересный. Вы уже успели заметить.
Что он интересный? Долго ли рассмотреть? Мы с ним уже разговаривали. Он меня расспрашивал о том, что я делаю. О музыке говорил. Просил спеть что-нибудь. Но я почти не умею. Нынешней зимой непременно попрошу маму взять меня учиться. Я думал, Надежда Александровна, что нынешней зимой у вас будут другие занятия, кроме пения. Да? Какие же? Ах, какие? Ах, да. А я совсем забыла. Ну, конечно. Конечно. Ах, вот вы где, проказники. Знакомьтесь, господа. Александр Федорович Адуев, граф Новинский. Петр Иванович Адуев, ваш родственник? Да. Это мой дядя. Я с ним часто встречаюсь в свете. Ну что же, это очень может быть. Он очень умный, приятный человек. Благодарю вас, я все это ему передам при встрече. Господа, давайте кушать. Прошу вас, Александр Федорович. Благодарю вас. Вам не стыдно? Граф так ласков с вами. Я не нуждаюсь в его ласках. Прошу вас, вообще не произносите при мне этого слова, пожалуйста. Граф, а ест простоквашу. Первый раз в доме бессовестная питается за троих. Что ж, он кушать хочет. Прошу прощения, но я, к сожалению, не могу долее. Да, но... Прощайте. Прощайте. До завтра. Завтра у нас дома не будет. Хорошо, тогда, значит, послезавтра. Хорошо. Очень умный и приятный молодой человек. Такой молодой, такой приятный. Мелькнуло несколько месяцев. Александра стало почти нигде не видно, как будто он пропал. Дядю он посещал редко. Тот приписывал это его занятиям и не мешал ему. Дорогой мой, здравствуйте! Господи, как я испугалась. Что же вы у нас не были так давно? Здравствуйте, Мария. Вы уж не заболели, а? Я... Вы садитесь-ка скорее, да, отдохните. Спасибо. Пускай молодежь порезвится, а мы с вами побеседуем. Вы не прикажете личик сварить, а то до обеда. Ох, как далеко. Нет, благодарю вас. Яиц не надо. Александр Федорович, да что же это? Две недели, вас ни слуху, ни духу. Вы уж не разлюбили нас, Александр Федорович, а? Что вы сказали? Вы не разлюбили, я говорю, Александр Федорович? Я боюсь, как бы вы меня не разлюбили, Марья Михайловна. Что вы, грех вам так говорить, я люблю вас как родного. Я не знаю, как Наденька. Но ведь она же дитя, что она смыслит, где ей ценить людей. А ведь вы поверите, я каждый день вас поджидаю, до 5 часов обедать не сажусь. Уж и Наденька говорит, мама, что вы кого ждете, ждете? Мне кушать хочется, и графа, я думаю, тоже.
А что, граф здесь часто у вас бывает? Ну, он у нас часто бывает. Он каждый день бывает. Надо даже два раза в день. Я говорю, нехорошо, вдруг приедет Александр Федорович, ему за стол сидит. Так ведь вы знаете, какая она девушка? Скочит, побежит и запоет. А теперь далась ей эта верховая езда. Нет, нас совсем по-другому воспитывали. В наше время. Какая верховая езда? А нынче уже сказать, дамы уж покуривать начали. И что, давно это началось? Давно, лет с пять, все от француза. Нет, нет, я спрашиваю, давно ли Надежда Александровна ездит верхом? Ах, недели с полторы, вы знаете, граф ее балует. Посмотрите, сколько цветов, все из его саду, все из его саду. Да, это действительно. Вам что, нехорошо, Александр Федорович? Голубчик, вам что, нехорошо? Александр Федорович, Александр Федорович! Александр Федорович, дорогой мой голубчик, да что с вами, Александр Федорович, успокойтесь. Александр Федорович. Чего? Что? У меня просто болит вот здесь и здесь. Ну что, у вас как-нибудь колет или ноет или режет? И колет, и ноет, и режет. Может быть, это простуда. Вы возьмите аподельдог и трите на ночь до красна. Вместо чая пейте траву. Я вам дам рецепт. Ой, ну вы смотрите, она еле дышит. Уж не доведет тебя эта верховая езда до добра. Вы не желаете разделить нашу прогулку, Александр Федорович? Есть отличная лошадь. Вы не умеете. А это так приятно. Скачешь, скачешь. Я хотел сказать, что я занят, и у меня дела. У вас дела важные. Да, я делаю извлечение из немецких экономистов насчет картофеля и патоки. Да я думаю, у вас завод или фабрика, или судостроительство. Граф! А мы завтра снова поедем. С удовольствием. Наденька, ты утруждаешь графа. Ну что вы, эти прогулки даже очень радуют меня. Графа, вы не хотите ли чая? Знаете, с вареньем. Наденька меня сама варила. С удовольствием. Идемте. Да. Надежда Александровна? Вы будете к нам завтра? Не знаю, что. Так, спрашиваю, будете ли. Вам бы хотелось? Вы к нам завтра будете? Нет. А послезавтра? Нет. Я не буду у вас три дня. Я у вас много дней не буду. Вы меня понимаете? Нет, я не понимаю, что... Надежда Александровна, как... Ой, взгляните, что это за дым на той стороне? Пожар? А может быть, печка такая на заводе? Наденька, Господи Боже мой, значит, и вы как другие, и вы как все. Что вы, я вас не понимаю. Я же не в силах долей сносить этой пытки. Какой пытки, я прав не знаю. Те же ли вы какие были? Вы не переменились по отношению ко мне? А, ну, конечно, нет. Я так же ласкова с вами, так же весело вас встречаю. Наденька, вы ли это? Ведь полтора месяца тому назад вот Боже, здесь... Боже, ну что это за дым? Не надо! Ради Бога, прошу вас. Умоляю вас, не надо. Я не понимаю, что случилось. Вы же сами перестали к нам ездить. Ну и, пожалуйста, удерживать вас против воли. Будто бы вы не знаете, почему я перестал к вам ездить. А граф? Какой граф? Ну тогда скажите, что вы равнодушны к нему. Вы сошли с ума? Действительно, вы правы. Рассудок мой угасает с каждым днем. Да и можно ли было так поступать с человеком, который все забыл ради вас? Который любит вас больше всего на свете, а вы как... Что? Как... Что я? Что я? Что вы? Значит, вы забыли? Ну так я вам напомню, как вот здесь. Вот на этом самом месте. Сотни раз вы клялись принадлежать мне. Эти клятвы слышит Бог, говорили вы, Наденька. Сейчас вы должны краснеть перед небом, да перед каждым деревом, перед каждой травинкой. Наденька, вы клятвопреступница! Какие злые. А что вы сердитесь? Я вам еще не отказывала.
Вы не говорили с мамой, а почему же вы знаете? Говорить с мамой после подобных поступков. Каких поступков? Я право не знаю. Я вам сейчас объясню, что означают эти свидания с графом, эти прогулки верхом. Ну, боже мой, не бежать же мне от него. А прогулки верхом означают, что я люблю ездить. Вы знаете, так приятно, скачешь. А какая милая лошадка, Люси, вы видели ее, она знает меня. Перемена в обращении со мной. А почему у вас здесь граф торчит каждый день с утра до вечера? Ну, боже мой, почем я знаю, мама так хочет. Неправда. Мама хочет того, чего хотите вы. Кому эти цветы, это что, все мама? Да, мама очень любит цветы. Неправда. О чем вы разговаривали с ним в полголоса, вон там? Вот видите, наконец-то, краснеете. Значит, чувствуете за собой свою вину. Разрушить счастье человека, разбить, уничтожить все. Лицемерие, ложь, измена. Да как вы могли допустить себя до этого, Наденька, богатый граф? Лев удостоил кинуть на вас свой благосклонный взгляд. Вы растаяли, вы пали ниц перед этим мишурным солнцем. Где стыд? Где стыд? Спрашиваю я вас. Чтобы графа не было бы здесь с завтрашнего дня, вы меня понимаете? Оставьте, прекратите всяческие с ним сношения. Мама! Мама, скорее сюда! Что случилось? Что ты кричишь, а? Что случилось? Александр Федорович, здоров. Сумасшедший, как ты меня испугала. Господи, что такое, что нездоров? Я знаю, у него грудь болит. Он потрет о подельдоком и все пройдет. Ну, не чахотка же в самом деле. Право же, Александр Федорович. Ну, не чахотка, все пройдет. Слышите, голубчик? Все пройдет. Надежда Александровна, когда мне позволите прийти к вам? Когда вам будет угодно. Надежда Александровна. Я не могу вас слушать, вы были. Я был виноват. Даю вам слово, вы больше не услышите от меня ни одного упрека. Поймите, наше объяснение необходимо. Вы позволили просить мне у маменьки вашей руки, а после того, что произошло, я вынужден повторить вопрос. Отвечайте мне прямо искренне, и наше объяснение тотчас окончится. Скажите, вы что же? Значит, вы не любите меня больше? Что за мысли? Вы ведь знаете, как я и мама всегда ценили вашу дружбу и были рады вам. Оставьте в покое, мама. Да сделайтесь вы хоть на секунду прежней Наденькой, отвечайте прямо. Хорошо, я изменю вопрос. Скажите, не заменил ли я, даже не назову кто, просто. Не заменил ли кто-нибудь меня в вашем сердце? Отвечайте, Наденька, одно ваше слово избавит меня от муки, вас от неприятного объяснения. Я не знаю, что вам сказать. Мне просто нечего сказать. Ей-бог, вы знаете, я чувствую, что у меня сейчас лопнет грудь от напряжения. Поймите, мне нечем удостовериться в своих подозрениях, вы должны решить все сами. Да взгляните же вы на меня. Где я забросил все свои дела, меня не узнают, меня жалеют все. Знаете, пожалуйста, не мучьте меня вопросом. Умоляю вас, кончите все одним словом. К чему вам послужит скрытность? У меня останется глупая надежда. Я буду являться к вам бледный, расстроенный. Вы не знаете, что такое страсть, до чего она доводит. Дай вам Бог никогда не узнать этого. Ну что пользы молчать, не лучше ли вдруг сказать? Не знаю, о чем вы меня спрашиваете. Ну, правда же, я совсем растерялась, у меня голова точно в тумане. Я спрашиваю, вас заменил ли кто-нибудь меня в вашем сердце? Отвечайте же. Да или нет? Да или нет? Да или нет? Меня, Александр Федорович, я сама себя не понимаю. Все произошло совершенно случайно. Помимо моей воли, я сама не знаю как. Могла вас обмануть. Благодарю вас. Вы много сделали сегодня, мне было трудно услышать это, да? Вам было еще труднее сказать его. Прощайте, вы меня больше не увидите. Это единственная награда за вашу искренность. О, простите. Прощайте. Простите. Прощайте. Прощайте. Прощайте.
Прошел год после описанных событий. Александр мало-помалу перешел от мрачного отчаяния к холодному унынию. Он уже не гремел проклятиями против Наденьки и графа, а клеймил их глубоким презрением. Ему даже нравилось играть роль страдальца. Поздно очень. Поздно? Ничего, Лизонька, ничего. Ты не утомился? Лиз, нет. Я не ожидала, что у меня будет такой умный муж. Это что, ирония? Нет, что ты. Ты прекрасен. Тебе нужны деньги? Нет, почему? Мне с тобой хорошо и без них. Без них, Лиза, никогда никому не бывает хорошо. Цифры, цифры, цифры. А кто сказал, что цифры это скучно? Кстати, Лизонька, ты не хотела бы взять ведение хозяйства на себя? Взяла бы к себе расходные книги, занялась бы делом. Расходные книги? Хорошо. Раз велишь, я подумаю, расходные книги, так расходные книги. Скажи, почему Александр перестал бывать у нас? Очевидно, нет нужды. Понадобится, явится. Я его полюбила. У вас много общего. Только ты умнее. Мне кажется, что я тоже очень глупа. Нет, не клевещи на себя. Я не взял бы в жены глупую женщину, как ты, вероятно, не вышла бы замуж за глупого мужчину. Я люблю тебя, люблю этого. Ну, значит, мой ум, надо полагать. Ум? Я сама не знаю. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Петр Иванович. Спокойной ночи, спокойной ночи. Тебя днем не дождешься, а тут вдруг бац ночью. Добрый вечер. Добрый вечер. Что есть с тобой? Здоров ли ты? Да, я двигаюсь, ем, пью, следовательно, я здоров. Слушай, ты не проигрался, не потерял денег? Вы все еще не можете себе представить безденежного горя? Ну, что это за горе, если оно медного гроша не стоит? Ну, так вот, когда услышите, о чем идет речь, то, наверное, и ужаснетесь. Вот скажи-ка, давно я не ужасался. А, впрочем, не мудрено догадаться, вероятно, надули, да? Можно ли было это предчувствовать? Надо было не предчувствовать, а предвидеть. И вы так спокойно можете об этом рассуждать? Ну, нет, что. Ну да, я же забыл. Вам хоть весь город сгори, провались, вам все равно. Ну, слуга покорный, в этом городе два моих завода стоят. Утешения я у вас не найду, да и не требую. Я прошу вашей помощи. Как у родственника. Изволь. Не надо ли дать тебе денег? Если бы несчастье мое было в безденежье, я благословил бы судьбу свою. Ох, не говори этого, Саша. Никогда этого не говори. Ты долго у меня собираешься пробыть? Да, мне нужно все ваше внимание. Понимаешь, я уж собирался ложиться спать без ужина, ну а теперь... Как? Что? Вы что, еще ужинать сможете? Не смогу. А ты не станешь? Да вы ж куска не проглотите, когда услышите, что речь идет о жизни и смерти. О жизни и смерти, это важно. Мы все-таки попробуем, авось проглотим. Семен, принеси что-нибудь поужинать. Ну, слушаю тебя. Итак, знаете ли вы графа Новинского? Приятель, а что? Поздравляю вас с таким приятелем, подлец. Лет пять его знаю, все считал порядочным человеком. А что сделал тебе граф? Что сделал? Да. Украл все. Ну, ты говори определеннее, по словам, все можно подразумевать, бог знает что, пожалуй, и деньги. Он этого не сделал? Он украл у меня все, понимаете? Все, все, жизнь! Ну и ты жив? К сожалению. А, насколько я могу понять, это он похитил у тебя эту твою красавицу? Он мастер на это. Повес. Тебе с ним тягаться трудно, я понимаю. Так вот, он у меня дорого заплатит за свое мастерство. Я не уступлю без борьбы, вы меня знаете. Я потребую к ответу этого пошляка, этого волокиту, я его с лица земли сотру к чертовой матери. Ох ты, провинция, ох ты,
Азия. Скажи, Александр, граф не сказывал, привезли ли ему из-за границы фарфор? Нет, фарфор речь. Что с тобой, Саш? Простите меня, Петр Иванович, ну, можете хотя бы раз в жизни выслушать меня серьезно? Могу. Согласны ли вы быть моим секундантом? Ну что, все совсем холодное? Да вы что же, издеваетесь надо мной? Александр, извини меня. Ну сам посуди, ну как слышать серьезно такой вздор? Зовет меня в секундант. Ну так что же? Разумеется, не пойду. Отлично. Найдется другой. Послушай, я Александр, думаю... граф с тобой драться не станет, я его знаю. Я не думал, что он низок до такой степени. Он не низок. Он так умен. Что значит, я по-вашему глуп? Нет, влюблен. Ты скажешь, никого особенно сердит? На граф или на эту свою, как ее там зовут? Его ненавижу. Ее презираю. Ну хорошо, начнем с графа. Предположим даже, что он примет твой вызов. Предположим даже, что ты найдешь дурака-секунданта. Ну что из этого? Граф убьет тебя, как муху. Ну, знаете ли, неизвестно, кто кого убьет, дядюшка. Ну, известно, он тебя. Тут решит Божий суд. Воля твоя, Саша, Божий суд решит это дело в его пользу. Граф, говорят, в 15 шагах пулю в пулю так сажает, а ты совсем стрелять не умеешь. Ну, предположим, что Божий суд и попустил бы такую несправедливость, и ты как-нибудь там ненарочно убил его. Ну, что из этого? Разве бы ты этим воротил любовь красавицы? Нет, она бы тебя возненавидела. Да кроме того, тебя бы отдали в солдат. А? Ну и что же я, по-вашему, должен делать в моем положении? Что делать? Ничего не делать. Оставить дело так, раз оно испорчено. Ну, знаете, дядюшка, в ваших жилах, вероятно, течет молоко, а не кровь. Полная дичь порой, Александр. Ну, мало ли на свете таких, как твоя Мария, там, или как ее, Софья, что ли? Ее зовут Надеждой. Как Надежда? А Софья-то была, Софья. А? Ну, Софья, она в деревне осталась. Ну, вот я и говорю, в деревне Софья. Здесь Надежда, в другом месте Мария. Сердце, Александр, приглубокий колодец, и любит оно до старости. Нет, дядюшка, сердце любит однажды. Сердце любит до старости. Пока человек здоров... Господи, вы, вероятно, говорите о материальной любви, так это совсем другое. Что это материальная любовь? Такой любви нет. Или это не любовь? Равно, как на свете нет и одной идеальной. В любви равно участвуют. И тело, и душа. Мы не духи и не звери. Подожди, на чем я остановился-то? Ну вот забыл. А, в солдат. Кроме того, после этой истории красавица тебя к себе на глаза не пустит. Да и за что ты хотел стереть графа с лица земли? Разве он обязан был справляться, занята ли твоя красавица? Он тоже влюбился. Чем он виноват? Тем, что он ей понравился? Ну а ты-то оспаривал ее. А чего оспаривать? С дубиной в руках. Нет, Александр, с графом надо было вести дуэль другого рода. О, презренные хитрости. Хитрости. А к дубине прибегать лучше? Нет, вы знаете, дядюшка, для меня больше упоение любить всеми силами души, хоть и страдать, нежели прибегать к хитрости. Ну, так вот и страдай. Страдай, если тебе приятно. Ах ты, провинция, Азия. Нет, Александр. Потому что быть счастливым женщиной нужно много условий. Нужно уметь образовать из девушки женщин. По заранее обдуманному плану. По методе, если хочешь. Нужно хитро владеть ее сердцем, волей, умом. Подчинить ее вкус и нрав своему. Научить смотреть на вещи, на мир через тебя. Думать твоим умом. Эх, брат, тут нужна целая школа. А жена должна не показывать видов, что понимает великую школу мужа.
и завести маленькую свою. Но не болтать о ней за бутылкой вина. А? Ну вот видишь, не кстати похвастался. Урок. Что, боитесь? Чего бояться? Сделал ошибку, так умей выпутаться. Ну, то ты, кажется, хотел убить эту свою, как ее, Надежду, да? Нет, для этого я слишком глубоко презираю ее. За что ты ее презираешь? Заплатить неблагодарностью за то... Позволь, Александр, за что в таких делах благодарить? Разве ты ее из угождения к ней любил? Хотел услужить ей, что ли? Разве от нее, наконец, зависело... Зависело полюбить граф. Зачем такой ты умер? Такая ты с ума сошла. Как отвечать на такие вопросы? Любовь должна кончиться когда-нибудь. Она не может продолжаться век. Нет. Я бы любил вечно. Да полно врать-то. Полюби она тебя покрепче, так ты бы того на попятный двор. Все это такое, знаю я. Скажите, дядюшка, а что же, по-вашему, я должен делать в моем положении? Вот я бы работать начал. Знаешь, работа ото всех бед. Вот поедем завтра со мной на завод. Ты увидишь, как люди работают. Тебя это развлечет. Поедем завтра. Как она переменилась. Ну, Александр, ну, успокойся. Наряжаться для графа. Александр. Александр. Лиза! Лиза, ну что делать? Что делать, Александр? Что? Ну, расплакался. Почему? Я ты купил. Бедный, как мне его жаль. Я не знаю, я сделал все, чтобы его утешить. Что ж ты сделал? Говорим, битый час, аж в горле он пересох. И он все-таки плачет, удивительно. Я попробую, поговорю с ним. Попробую. А ты пока иди, обдумай новую методу. Ну что? Матант, я не могу жить, ей-богу, я не хочу жить. Не надо, Саша, Медвед, да что вы, так нельзя. Не надо. Она плохая женщина. Граф человек безнравственный, коварный. Судьба везет вас правильно, устраняя все грязное, все лживое. Ну, поймите, я люблю ее. Я не могу без нее жить. Да, Саша, но вы поверьте, вы можете стать большим человеком. Известным, да, да, да. У вас талант. Талант. Ваши стихи, повесть, которую вы пишете, так трогательно. Переносите ваши страдания на листы бумаги, Саша, милый. Пусть другие люди плачут вашими слезами. Пусть они ощущают радость и красоту вашего этого страдания. Ну, нельзя. Так, ну, Саша, милый, не надо. Не надо. Не надо поддаваться горю, как бы оно велико ни было. Саша, милый, не надо. Поверьте в себя. Ну, будет же. Не надо. Вы поверьте в себя. Вы сильный человек. Сильный. Волевой. Ну, пишите. Пишите. Я верю в вашу звезду. Саша, ну не надо. Адуев? Поспелов! Здравствуй. Здравствуй, Адуев. Поспелов. Давно ли ты здесь? Порядочно. И как видишь, успел. А ты? А я нет. Господи, как я рад видеть тебя, родную душу. Саш, а ты все еще такой же, мечтатель. Ладно, ладно, идем. Идем, я тебе расскажу, что со мной сделали люди. Идем. Да неужели обокрали? Хуже. Люди душу мою обокрали. Идем. Саша, не могу ли я чем-нибудь помочь тебе? Не могу ли быть полезным по службе? Хорошо, это потом, потом. Извини, Адуев, но ведь это, наверное, долгий разговор. У меня сегодня званый обед будут нужные лица. Какие лица? Подожди. Какой обед? Да ты же мой первый друг, я твой, мы же клялись. Да.
пока свободою горим, пока сердца для чести живы. Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Пустой пыл молодости, Саша. Когда входишь в лета, начинаешь понимать. Что понимать? Мерзости жизни? Нет, напротив, ее приятность. А вот у тебя, безусловно, какие-то нелады по слову. Ты заходи ко мне, вот визитная карточка. Потолкуем честное слово. Я готов помочь тебе. Буду рад. Василий. Пойди. Добрый вечер, Лизонька. Добрый вечер. Извини, я на одну минуту. Да? У меня к тебе просьба. Что тебе нужны? Деньги? Нет, нет. Денег мне не надо, не волнуйся. Нет. Видишь ли, третьего дня у меня был Александр. Он такой мрачный, такой... Что, опять ему изменили, что ли? Да, на этот раз в дружбе. Слышал. Да, встреча с этим какого? Поспел он? Пожалуйста, я тебя очень прошу. Да. Поговори с ним понежнее. Ну, Лизонька, не прикажешь ли мне заплакать, а? Не мешало бы. Что пользы ему от этого? Много, очень много, и не ему одному. Ах, 6 лет вожусь с ним. Конечно, как же нам заниматься такими мелочами? Мы же ворочаем судьбами людей, правда? Нашелся среди них один, способный любить, способный чувствовать... Не сердись, Лизонька, я же делаю все, что ты желаешь. Вот подбил ты его написать повесть. Ну почему я? У него склонность к литературному творчеству. Полно, Лиза, кто не чувствует склонности к литературному творчеству в его возрасте? Для того, чтобы написать хорошую повесть, одной склонности, к сожалению, мало. Господи, как ты жесток, Александр! В чем? В чем? Я взял его рукопись. Отправил знакомому редактору, Георгию Ивановичу. Ну? Да еще, знаешь, сам подписался. Правда? Сам, представляешь? Напечатай, дескать, Георгий Иванович, хочу вот на старости лет прославиться. Так? Сегодня ответ получил. Что он пишет? Да я не знаю, не распечатывал. Я вызвал Александра, он мне нужен по делу. Пусть сам прочтет, может, порадуется. Что мне делать с ним, Лиза? Поговори с ним, поддержи. Слушай, а может, правда, дать ему денег, пускай он развлечется. Как-то. Господи. Что? Деньги. Всегда одни деньги у тебя только на уме. Отчего это? Мне кажется, он готов отдать все. Все деньги ради одного приветливого слова друга. Чего доброго с него это станется. Добрый вечер. Добрый вечер, Саша. Добрый вечер. Вы меня звали? Звал. Ну-с. Проходи, садись. Спасибо. Пожалуйста. Ну что, Александр, теперь на друга дуешься? Видите ли, люди вообще не способны возвышаться до такого понятия дружбы, какая должна быть. Ну, то есть люди не способны? Такой дружбы не должно быть. Что ты теперь делаешь? Ничего. Читаю. Что же? Басни. Басни Крылова. Хорошая книга. Но не ее же одну? Нет, теперь ее одну. Боже ты мой, какие портреты людей, какая верность. Чем тебе так противны люди? Низостью своей, мелкостью души. Хандришь, Александр, хандришь. Надо делом заниматься, тогда людей бронить не станешь, не за что. Чем нехороши, к примеру, твои знакомые? По-моему, все люди по порядку. Да. Да уж, за кого ни возьмись, так какой-нибудь зверь из басни Крылова и есть. Хазарова, например. Это целая семья.
животных. Ну, Лунины. Сам он точно осел. Она такой доброй лисицею смотрит. Что скажешь о Сонине? Ничего хорошего, к сожалению, сказать не могу. И Волочков тебе не нравится? Да, тупой, вдобавок самодовольный, сытый, животное. Ну, теперь доверши эту галерею портретов нашими. Скажи, какие мы с женой звери. Ну, а ты сам что за зверь? Я не сделал людям зла. Скажи, Александр, когда вот сейчас вот ты клеймил своих знакомых ослами, лисицами, прочими зверями, в твоем сердце не зашевелилось что-нибудь отдаленно напоминающее угрызение совести? Это от чего же? Ну, от того, что этих зверей, как ты их называешь, ты несколько лет сряду находил радушный прием. Ну, предположим, что перед теми, от кого эти люди чего-то добивались, они хитрились, строили козни, но в тебе-то им искать было нечего. Нехорошо, ну ладно, пойдем дальше. Ты говоришь, у тебя нет друзей. А вот, по-моему, у тебя их трое. Трое? Нет. Был один, когда-то, да и тот. Трое. Начнем по старшинству. Поспелов, кажется, не видавшись столько лет, другой бы на его месте при встрече отвернулся. А он пригласил тебя в дом, обещал помощь, услуги. И я уверен, что дал бы и денег. Да-да-да, а в наш век, дорогие мои, об этот пробный камень споткнется не одно чувство. Ну, ты меня познакомь с ним, я вижу, он человек порядочный, а вот по-твоему коварный. Ладно. Кто твой второй друг? Кто? Да. Никто. Алис? А? Ты посмотри на нее. И не краснеешь. Перестань, пожалуйста, не надо, Петр Иванович. А я как довожусь тебе? Позволь спросить. А? Вы родственник? Родственник? Родственник я ему, важный титул. Я думал, больше нехорошо, Александр. Ты знаешь, какая черта, которая на школьных прописях названа гнусной, которая, кажется, у Крылова-то и то нет. Вы всегда отталкивали меня и... Да, когда ты хотел обниматься, я тебя отталкивал. Всегда смеялись над моими чувствами. А для чего смеялся? Зачем? Поверьте, что на я... На место я не кончил. Третьего и лучшего друга, надеюсь, назовешь сам? Не умничай, Бога ради, Петр Иванович. Поверьте, Петр Иванович, что я умею ценить дружбу тетушки. Вот если бы ты умел, ты не искал бы глазами друга на потолке, а указал бы на нее. Если бы ты чувствовал ее дружбу, то из уважения к ее достоинствам не презирал бы людей. Матан, да неужели вы не верите? Неужели вы думаете, что я... Я верю вам. Ну, конечно, верю, Саша, милый. Вы не волнуйтесь. Вы видите, Петр Иванович просто нашел время поумничать. Из мухи делает слона, вот и все. Пожалуйста, не умничай, он все понял. Лиза, сейчас... Бога ради, не надо. Сейчас кончу. Еще одно последнее сказание, и летопись окончена моя. Вот ты говоришь, что ты не делал другим зла. Скажи мне, любишь свою мать? Что за вопрос? Я готов жизнь отдать за нее. Ага, жизнь отдать. Смотри, а давно ты писал к ней? Не помню, может быть, недели две. Не помнишь. Ну, а что? 4 месяца. А что? А то, что старуха там больна с горя. Неправда. Это неправда. Она не больна, но очень тоскует. Вот, Лиза, ты его балуешь. Ты не в меру жесток. У Александра были такие обстоятельства, которые его на время отвлекли. Для девчонки забыть мать. Господи. Ах, хорошие обстоятельства. Как ты жесток. Перестань, Бога ради. Матан, не мешайте, дядюшка прав. Я заслуживаю гораздо хуже. Я... Чудовище просто. Ну вот, вот, я и говорю. Чем кумушек считать трудиться, не лучше ли на себя кума обратиться? Кажется, я в точности, Лиза, исполнил твое приказание. Теперь порадую тебя, Александр. Пришел ответ от редактора. Я не распечатал, читай вслух. Читайте, Саша. Читайте, Саша.
мой любезный Петр Иванович. Вы подписались под этой повестью, да кто же вам поверит? Нет, хрупкие произведения вашего завода гораздо прочнее сего творения. Принимая участие в авторе повести, вы, вероятно, хотите знать мое мнение. Вот оно. Автор должно быть молодой человек, он не глуп, но что-то не путем сердит на весь мир. В каком озлоблении, ожесточенном духе пишет он, верно разочарованный. О, Боже, когда же переведется этот народ, глядящий на нашу замечательную жизнь из канавы, в которой они валяются по своей же вине и глупости. Самолюбие, мечтательность, развитие всяких сердечных склонностей, неподвижность ума с неизбежным последствием этого ленью, вот причина этого зла. Труд, практическое дело, вот лекарство, вот что может отрезвить нашу праздную, больную молодежь. Довольно, Саша, не надо было. Нет, до конца. Скажите же вашему протеже, что писатель только тогда, во-первых, напишет дельно, когда не будет находиться под влиянием личного увлечения и пристрастия. Он должен обозревать покойным и светлым взглядом жизни людей вообще, иначе выразить только свое я, до которого никому нет дела. Второе главное условие — нужен талант, а его тут и следа нет. Если повесть хороша, просто он пишет иначе, чем другие. Иначе. Редактор лучше нас с тобой знает, есть талант или нет его. Как ты себя чувствуешь, Александр? Знаете, как ни странно, гораздо покойнее, нежели можно было ожидать. Вам, дядюшка, не надо бы наклеить перегородки. Нет. Теперь нет. Теперь делать, Александр? Ничего. Я только в деревне у нас умеет ничего не делать. Подожди. Резинка, извини, у нас мужской разговор. Собственно, для этого я его и звал. Скажи, Александр, ты знаешь моего компаньона Суркова? Знаешь, он малый добрый, но припустой, главенствующего страсть в жизни – это женщина. Чуть завелась страстишка, пошел макать, начинает менять лошадей, экипажи, делать подарки тут. Начинает не хватать процентов с капитала, начинает просить денег у меня. Ну, откажешь, заговаривает капитально. Вот тут недавно из-за границы вернулась молодая, прелестная вдова Юлия Павловна Тафаева. А теперь догадываешься, к чему я тебя веду? Сурков любил своего вдову. Да, он просто совсем одурел. Ну, а еще? Нет. Он вот раза два, понимаешь, проговаривался, что ему скоро опять понадобится деньги. Вот если не поможешь ты, теперь догадываешься, чем я? Ну, в общем, влюби-ка в себя Тафаева, а? Что вы говорите, дядюшка? Ну, что я такого говорю? Я прошу тебя, Александр, ради дела прошу. Ей-богу, то, что вы предлагаете, это гнусность. Нет, нет. Какая гнусность? Это хитрость. Хитрость, никому не приносящая вреда. Сурков сначала с ума сойдет от ревности, а потом быстро охладеет, я его знаю. И капитал цел, понимаешь? Поймите меня, что я вообще сейчас не могу видеть женщин. Я не хочу, так я не могу. Ты просто не гляди на нее. Знаешь, так небрежно, небрежно. Даже лучше. Помнишь, как у Пушкина? Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей.
Ну, Александр, нет. Ну я прошу тебя, нет, дружок. Ну, не просите меня. Ну ведь первый раз с просьбой обращайся. А помнишь две вазы, которые тебе понравились на моем заводе? Вот сделай, они твои. Я какие тебе... вазы? Вазы, красивые вазы. Ну прошу тебя, Александр, ну сделай это для меня. Ну, дружок. Я сказал, я не могу. Ну ведь до сих пор я не обременял тебя просьбой. Я сказал, я не могу. Ну, хорошо, я прошу твоей помощи, как у родственников. Ну, Александр, ну... Ну. Господи, боже ты мой. Ну, я не знаю, но я попробую. Ты только попробуй. Только попробуй. Я ручаюсь за успех. Vous savez, mon ami Постников ne revient pas. Ma tante dit qu'il n'a pas bon. C'est mal, n'est-ce pas? Oh, pardon. Позвольте мне представить вам моего племянника, Александр Федорович Адуев, Юрий Павловна Тафаева. Я очень рада. А что мой компаньон Суркова? Нет, ну что, забыл вас? О, нет, он меня навещает, я ему очень благодарна. Где же теперь? Вообразите, он обещал достать 2 билета в ложу. Мне и кузине. Теперь поехал. И достанет. Вы знаете, на это он гений. Я ручаюсь за него. О, il est très talent. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. На завтрашний спектакль имеете билет? Нет. Позвольте вам вручить. Ваду с тростью. Сурков, что это значит? А давеча выходил из коляски и оступился. Вот теперь хромаю. Бред. Заметил на балдашник золотую лошадиную голову. У тебя прощих средств, которые на нем действуют. Сражайся, Саша, сбей его с этой позиции. Помни, вазы твои. Петр Иванович, не хотите ли завтра ко мне в ложу? Юлия Павловна, благодарю вас, но завтра я в театре дежурный при жене. А вот взамен позвольте мне предложить вам этого молодого человека. Он заменит вам меня в случае нужды и этого инвалида. Благодарю вас, но не худо бы подумать об этой замене несколько раньше, когда не было билета. Я бы тогда посмотрел, как меня заменили. Я хотела пригласить вас в ложу, но подумала, что у вас есть кресло. Вы, очевидно, предпочтете сидеть против сцены, особенно в балете. Не лукавьте, не лукавьте. Вы не думаете об этом? Променять место подле вас? Ни за что. Оно уж обещано. Кому? Мсье Рене. Мсье Рене? Благодарю тебя, этим я тебе обязан. В общем, не стоит благодарности. А не желаешь ли ко мне в ложу? Нас только двое с женой. Ты давно не видел Лизу. Она очень похорошела. Кстати, поволочились мы за ней. Прощайте. Вы... Я уезжаю. Уже? Дадите ли завтра взглянуть на себя хоть на минуту? Одну минуту? Какое коварство. Вы же знаете, что за место подле вас я отдал бы место в раю. Если в театральном, то верю. Завтра отправитесь на службу. Часов 11. А в 10 приезжайте ко мне, будем завтракать. Да нельзя ли не ходить совсем? Как же, милая. Отечество, долг, я должен. А вы скажите вашему начальнику, что любите, любимый. Неужели начальник ваш не любил никогда? Ваша тетушка произвела на меня дурное впечатление. Я предполагала, что это пожилая женщина, не хороша собой. Я запрещаю вам бывать, не слышите? Я обещаю вам, Юля, обещаю. А недолго нам так с вами прощаться. Какую же мебель вы хотите себе в кабинет? Ну, не знаю, может, орехового дерева с синей бархатной покрышкой? Это очень мило. Я поставлю кресло невдалеке от вашего письменного стола. Буду сидеть в нем и все время смотреть на вас, когда вы работаете. Это будет прекрасно, правда? Любимая, я часа не могу без вас прожить. Останьтесь. Не могу, милая, отечество, долг. Я должен, я обязан. Лиза, Лизонька, поторопись, я голоден. Лиза. А, Александр.
Ну, поздравляю, поздравляю. Скромный еще не могу. Мне противно видеть женщин. Ох, какой ты человек опасный, дедушка, а? Я... Сырков говорит, будто тут Тафаева с утра до вечера сидишь. Врет, поди. Дядюшка, я действительно иногда бываю. Вот иногда. Он говорит, каждый вечер. А еще он говорит, будто и букеты каждый день носишь. Теперь ведь зима. Чего это стоит? Ну, я действительно иногда ношу, но... Вот иногда, он говорит, каждый день. Ты мне пришли счет за букеты. Дядюшка, ну я что? Все оплачиваю. Все думать том. Все с меня. Все с меня. Ваза понравилась? Хорошо, ваза отличная. Лиза, поторопись, я голоден. Мы обедать ей не желаешь, что ли? Нет, к сожалению, не могу. У меня сейчас переписка, переводы. Извлечение у тебя, да? Извлечение. Так. Потом. Здравствуйте. Потом. Наконец-то, ну, очень рада. Родственные очень. Души. Родственные души. Порыдайте друг у друга на плече, только недолго. Я буду ждать в карете, я хорошо. Голоден. Хорошо. Ну что, рассказывайте. Вы снова влюблены? Да. Да. Как прежде? Нет, Батан, гораздо покойнее. Я уже не задыхаюсь от своей любви, как животное. Я способен спокойно осмыслять свои чувства. Правда? Может быть, оно от этого тише, но зато... Господи, сколько мне разных достоинств. Какие же, например? Ну, например, она любит меня. Это много. И... Очень много. Батан, я хочу, чтобы вы поближе познакомились с ней. Дело в том, что я собираюсь... Непременно. Жениться. Как? Как? Уже жениться? Да, да, Батан. Саша, так нельзя, она будет счастливейшая жена. Ну зачем же так спешить? Я с ней познакомлюсь, примусь за дело. Вы знаете... Вы сумасшедший. Нет, вы мне дайте слово, что вы не будете спешить. Хорошо. Хорошо, я во всем буду слушаться только вас. Хорошо, договорились. Идемте, потому что, дядюшки, процесс пищеварения гораздо важнее наших рассуждений о любви. Вы так думаете? Да, мадам. Магический круг, в который заключена была его жизнь любовью, местами разорвался, и ему вдали показались то лица приятелей и ряд разгульных удовольствий, то блистательные балы с толпой красавиц, то вечно занятые деловые дяди, то покинутые занятия. Он стал размышлять, задумываться. Женщина поддалась первому чувству без борьбы, без усилий, точно жертва. Меня точно так же полюбила бы Суркова. По-моему, просто безнравственно. Господи, как все-таки хорошо, как весело гулять одному. Пойти куда захочется, остановиться, почитать вывеску, зайти туда, сюда. Нет. Свобода все-таки это великое благо. Свобода в высоком, обширном смысле этого слова. Вот это и значит. Гулять одному. Скоро вы будете моим мужем. Все здесь станет вашим. Рассуждает о любви, о супружестве. А мне все равно.
владычествовать в моем доме, как у меня в сердце. Господи, почем же я знаю, что со мною происходит? Что вы? Ничуть. Александр стал думать о том, что ему предстоит влачить с Юлией скучные долгие дни, притворяться, видеть слезы, упреки, мучить себя и ее. Еще нет 11 часов. Юлия, милая, мне надо бы писать к маменьке. Я давно не писал к ней. Как давно? Вы третьего дня к ней писали. Ну, нынче мне просто хочется спать. Ну. Я мало спал нынче. Ну, как мало спали? Сами сказали давеча утром, что спали целых 9 часов, что у вас от того голова. Ну, правильно, у меня болит голова, от этого я еду, Юлия. А потом сказали, что после обеда голова. Господи, боже мой, что же у вас за память? Вы все запоминаете, это же несносно, честное слово. Просто мне надо бы на дому, неужели это непонятно? Ну, разве вам здесь нехорошо? Что у вас дома? Дела. Дела, Юлия. Да, дела. Обед у Дюме, катание на горах. Позвольте, вы что, присматриваете за мной? Так я этого не потерплю. Вы меня знаете, Юлия, вы меня знаете. Куда же вы? Останьтесь. Останьтесь. Одну минуту, сядьте. Пожалуйста, пожалуйста. Ну что с вами, Александр? Вы меня больше не любите? Это старая песня. О, Господи, как она вам надоела. Нет, это несносно. Мало ли вы мучили меня сегодня, зачем же еще? Я мучила. Нет, это вообще нестерпимо. Ну, не стану, ну, не стану, не стану. Не стану, останьтесь. Только останьтесь. Пожалуйста. Ну-с. Оставьте меня. Прощайте. Ну, куда же вы? Ведь вы сами только что мне сказали, чтобы я ушел, или, может быть, я ослышался. А вы и рады бежать. Останьтесь, умоляю вас, останьтесь, Александр. Пожалуйста, Юлия, я весь внимание, только прошу вас поскорее. Ой, отомщу вам, я отомщу вам. Вы думаете, что так легко можно шутить с судьбой женщины? Нет, 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 я вас не оставлю. Я буду вас всюду преследовать. Вы в деревне, я за вами. Вы за границу, я туда же. Я не оставлю вас. Я буду вас всюду преследовать. Мне все равно, какова не будет моя жизнь, но я отравлю и вашу. Нет, нет, я там еще не может быть, чтобы вы просто так меня оставили. У меня должна быть соперница. Ну, я найду ее. Я найду ее. И вы увидите, что я с ней сделаю. Господи! Каким наслаждением я узнала бы сейчас о вашей смерти. О, я сама бы сейчас убила вас. Юлия, милая, если бы только могли себе представить, насколько все это глупо, пошло и нелепо звучит. Александр. Ну, не покидайте меня, ну, не оставляйте меня.
Ну что я буду без вас делать? Ну я не вынесу разлуки, я умру. Ну поймите ли, ну ведь я люблю иначе, нежели вы. Я люблю сильнее, нежнее. Другие женщины любят свет, суету. Я люблю уединение, тишину, музыку, книги. Но у вас более всего на свете. Юлия. Александр, не покидайте меня. Юлия. Не покидайте меня. Ну хорошо. Ну хорошо, не любите меня. Не любите меня. Не исполните ваше обещание. Не исполните ваше обещание. Женитесь на мне. Вы будете свободны. Любите кого хотите. Но только хоть бы я изредка вас видел. Александр, Юлия. Не покидайте меня. Прощайте. Месяца три Александр не бывал у дядюшки. Что, Александр, перестал ходить? Не знаю, я уж потерял надежду видеть его. Напиши ему, мне нужен поддел, в них служба перемен. А он, видимо, не знает, что за беспечность. Я уж 10 раз писала. Он говорит, что некогда, а сам, знаешь, играет в шашки с какими-то чудаками. Будет рыбу. Сходи к нему, узнай, что с ним. Я послал человека, тот сказал, лежит Александр на диване, изволит смотреть в потолок. Извините, перед дядюшкой доложить не могу прийти. Не так, дескать, здоров. И вам, сударыня, кланяться велели. Александр перестал желать. Он знал, что часто в момент достижения желаемого судьба вырвет из его рук счастье и предложит совсем другое, чего вовсе не хочешь. А если, наконец, и даст желаемый, то прежде измучает, истомит, унизит в собственных глазах и потом бросит. Как бросают подачку собаке, заставившей ее прежде проползти до лакомого куска, смотреть на него, держать на носу, завалять в пыли, стоять на задних лапах. Так хандрил он и не видел исхода из этого омута. Что с вами? Что случилось? Почему вы у нас перестали бывать больше полугода? Нету надобности. Ходят слухи, что ты стал много пить водки, Александр. Теперь меньше. Я слышал, будто у вас Иванов выходит. Выходит. А чего не ты на его место? Не удостаивает. Ну, надо хлопотать. Не надо. Тебя в третий раз обходит. Все равно пусть. Ну, а самолюбие? А у меня его нет. Да это лень. Однако ты должен сделать хоть какую-нибудь карьеру. А вот я очертил круг своей деятельности. Здесь я хозяин, здесь моя карьера. Ты можешь идти вперед. Твое назначение выше, твой долг призывает тебя к благородному труду. Что с тобой? Дядюшка, что это вы диким языком заговорили? Не для меня, напрасный труд. Ну, разве это жизнь, Александр? По-моему, та жизнь, которой вы живете, это не жизнь. Стало быть, я прав. Александр, разочарованный я вижу. Петр Иванович, и практический опыт научили меня. Да, конечно, виноват очень. Но вы могли его не слушать, Саша. Я был молод, он был опытен. Слышишь? Ай, господа, поясница вот у меня болит. Это вроде знака отличия у деловых людей поясница.
Саша, милый, вы должны жениться. У вас есть талант литератора? Ну, за что же вы бьете лежачего? Ты во всем виноват, Петр Иванович. Что, я? Ты, да. Это мне нравится. Ты... Я научил его ничего не делать и пить водку. Нет, нет, ты смешал его понятия о жизни. Нечем удивляться. Все превратилось в нем в сомнение, в хаос. Он верил в любовь, в дружбу, в святость долга. Сейчас он ничему не верит. Жить бы ему при царе Горохе. Он верил в самого себя. Ты безжалостно разрушил его мечту. Веру в свой талант. Какой талант? Лиза, у него не было. Был. Не было? Был. Был. Был талант. Только требовал поддержки, а не насмешки и брани. Нечем удивляться, что он пал духом. Ты никогда не хотел. Ты не мог его понять. То, что годится и нравится тебе, другом, третьим, не нравится и не годится ни ему, ни другим. Нравится мне, другом, третьим. Чепуха, Лиза. Все это чепуха. Он, смотри, ты даже побледнел. Тебе нехорошо, что пожалуйста, с тобой? Пожалуйста, не тревожься обо мне, я совершенно здоров. Смотрите кругом, чего я от него требовал. Не я все это выдумал. Кто же? Век. Так и надо слепо следовать тому, что выдумает твой век. Так все и свято. Все и правда. Все и правда, Лиза. Господи. Неужели свято то, что нужно больше рассуждать, чем чувствовать? Да, Лиза. И правда то, что нужно свое дело любить больше, чем любимого человека. Это всегда было правдой. Хорош век. Нечего сказать, хорош. Очень хорош, моя милая. Вы посмотрите кругом. Всюду разум, причина, постепенность, отсюда успех. Ты посмотри на нынешнюю молодежь. Что за молодцы? Как все кипит умственной деятельностью, энергией. Как ловко и легко они расправляются со всем этим вздором, что на вашем языке называется волнениями, страданиями и черт знает чем. Боже мой, неужели тебе не жаль, Александр? Не жаль? Лиза! Мне его не жаль. Если бы у него болела поясница, я бы пожалел его. Дядюшка, ну неужели вы сами никогда не поймете? Что ваша, как вы сами считаете, суровая правда есть на самом деле ложь, но это железная ложь. Я не могу разбить ее. Это, Александр, правда. И вот поэтому ты не можешь ее разбить. Дядюшка, вы можете сказать, что я должен делать в моем положении? Ехать обратно в деревню. Как? Что ты? Деревню. Не победил. Прощаться перед отъездом. И всегда помни, что у тебя есть дядя и друг. Не победил. Не победил. Деревню. Не победил. Ну что ж, Саш, если вам понадобится надежная дружба и участие, то я... Не победил, не победил. Не победил. Ершей! Собирай ящики в деревню, едем! Не победил. Не победил, не победил. Победил, не победил. Деревня, не победил. Прощай, бездушная каменная громада. Прощай, гробница лучших человеческих желаний, сильных движений души. 29 лет ты меня стариком сделал, ты убила мне все. Все человеческое, чтоб ты провалился в свои
болото, чтоб ты захлебнулся водою. Будь ты проклят! Прошло полтора года. Все бы хорошо, но к концу этого срока Александр стал скучать в деревне. Желаний у него не было никаких, ничто его не тревожило, а он скучал. Он думал, что эта скука пройдет, что он приживется в деревне, привыкнет. Нет, он начал размышлять о причинах этой новой тоски и открыл, что ему было скучно по Петербургу. Дорогая моя тетушка, при прощании вы мне сказали, что если когда-нибудь мне понадобится ваша помощь и ваше участие. И вот настала минута, когда я понял цену вашим словам. Господи, сколько я живу здесь в деревне, наверное, целую вечность. 2 недели тому назад умерла моя маменька, и теперь я бегу отсюда, бегу навсегда. Что я здесь делаю? Зачем я вяну? Зачем гаснут мои дарования? Чем другие лучше меня? Чем дядюшка лучше меня? Все свою карьеру сделали, а я как... Нет. Нет, теперь к вам приедет не романтик, не мечтатель, не разочарованный. К вам приедет обыкновенный человек, каких в Петербурге тысячи, каким мне давно пора стать, и вот тогда увидите, на что я буду способен. Передайте дядюшке, что я понял цену его словам. Я понял его душу, вернее, ум. Ибо душа в сущности ничто. Прошло 4 года. Что делать, доктор? Здоровье ее угасает с каждым днем. Ну, вот уж и угасает. Я только хотел сказать... что она как будто в ненормальном положении. Не все ли равно? Завод, службу отняли у меня все время, все силы. Теперь, пожалуй, и жену. Вы говорили с ней сегодня? Да, но она ничего в себе не замечает. Может быть, причина чисто психологическая. Как-то психологическая причина. Ну, вот видите ли, иной, не зная вас, мог подозревать тут заботы, подавленные желания, иногда бывает нужда. Нужда, но... желания. Все ее желания предупреждались. Я изучил ее вкус, привычки, взвешивал каждый свой шаг. Нет, где-нибудь да подкосит. При таких удачах, на такой карьере. Что вы так расстраиваетесь? Малокровие, некоторый упадок сил. Правда, со временем может пасть на легкие. Спасибо. Что ты делаешь, Лиза? Вот просматриваю расходные книги. Вообрази, Петр Иванович, за прошедший месяц на один стол вышло больше 1500. Ты ни на что не похож. Лиза, доктор говорит, что моя болезнь здесь прогрессирует. Он советует ехать на воды за границу. Что ты скажешь? Что же мне сказать, ехать надо, раз он советует. Ну, ты? Желала бы ты совершить этот вояж? Пожалуй. Или, может быть, ты лучше хотела бы остаться здесь? Хорошо, я останусь. Что же, с двух? Велишь, поеду, велишь, останусь здесь. Лиза. Доктор также говорит, что и твое здоровье,
Здесь несколько пошатнулось от климата. Нет, нет, с чего он взял? Я здоров, совершенно здоров, ничего не чувствую. Ну, может быть, летом нам съездить вдвоем в Крым? Да, хорошо, и в Крым. Воля твоя, Петр Иванович, надо что-то делать, сократить расходы, 1500 на один стол. Лиза, что же это тебя так занимает? Лиза, Лиза! Я же тебе не мешаю. Ты сам учила, а теперь упрекаешь. Я делаю свое дело. Лиза, ты знаешь, что я... считаю самым дельным чиновником в министерстве. Нынешний год буду представлен в тайные советники. Да. Наверное, получу. Не думаю, что моя карьера может кончиться этим. Я могу идти дальше. Я знаю, что ты на полдороги не остановишься до конца. Нет, Лиза, не пойду. На днях я подам в отставку. В отставку? Да. Зачем? Слушай еще. Ты знаешь, я расчел с своими компаньонами. Завод теперь принадлежит мне одному. Да, я знаю, так что... Так вот я его продам. Как продашь? Я и помнить не могу. Зачем же это все? Ты что, не можешь понять? Нет. Ты не можешь понять, что види как... твое здоровье терпит от климата. Я подорожу карьерой, заводом. Не увезу тебя отсюда за границу, не посвящу остатка жизни тебе, Лиза. Ты что... считаешь меня неспособным к жертве? Ах, вот оно что. Значит, это все из-за меня. Видишь ли, Петр Иванович, мне никакой жертвы от тебя не нужно. Я ее не приму. Решительно не приму. Мои намерения неизменны, Лиза. Господи, если человеку не хочет, не надо жить. Неужели Бог не сжалится, не возьмет меня? Послушай, Лиза. Не надо. Ты не доводи меня до этой мысли. Значит, увидишь, что я-то ведь не из железа сделан. Александр, откуда ты? Видишь, в заклад не угадаете. В прежние времена я бы сказал, что ты влюблен. Не угадали. Уж не женишься ли ты? Так точно. Угу. На ком? На дочери Александра Степановича. Отец обнял меня и сказал, что теперь может помереть спокойно. Идите, говорит, только по следам вашего дядюшки. Что сказала невеста? Она вот она так, как все девицы. Она, собственно, ничего не сказала. Она так... покраснела и все. Ничего не сказал, значит, вам все равно. Зачем же вы женитесь? Что значит, зачем, Матант? Ну, не все же мне так шататься. Пришла пора, Матант, учиться на месте. Обзавестись домком, невеста хорошенькая и богатая. Очень хорошенькая и очень богатая. Ну, он, дядюшка, вам скажет, зачем жениться? Может быть, она любить вас не может. О, Матант, любовь любовь, а супружество супружеством, эти две вещи не всегда сходятся. Лучше, когда они вообще не сходятся. Вы меня так учили, не правда ли? Слушай, Александр. А помните, как я хотел жениться на этой вот... Как ее звали, я позываю все время. Наденька. Наденька, действительно. Наденька. Молодость, Матант, это молодость. Господи, дядюшка, хотите, я вам докажу, что не я один когда-то бесновался, ревновал и плакал? Что? Вот, Матант, вот, имеется письменное доказательство, что и дядюшка наш Петр Иванович не всегда был так обходителен и рассудителен, как нынче. Что такое? Вот, Матант, этот засохший лоскуток мне подала со своей засохшей груди моя умирающая тетка в деревне, я все искал случая улечить Петра Ивановича, но позабывал. Дай сюда. Нет, до тех пор, пока здесь, при тетушке, не признаетесь, что и вы были когда-то, простите, глупы, как все. Слушайте, слушайте, Матант, и давайте вместе, вместе с вами посмеемся над Петром Ивановичем.
Ой, Господи, ангел, обожаемый мною... Перестань поясничать. Дай сюда. В чем дело? Что за тон? Я хотел посмешить матант. Ты что, не видишь, в каком состоянии жена? А в чем дело? Ничего уже не видишь вокруг. То, что на днях я подаю в отставку, мы уезжаем в Италию. Да вы что? Нынешний год вам следовал в тайные советники. Вы представляете, что? Да, только вот тайная советница плоха. Да вы что? Из-за этого откажетесь от такой карьеры? Вы представляете? Ну и сколько у твоей невесты приданого? 300 тысяч. 300 тысяч и 500 душ отдают в наше распоряжение, а? И карьера, и фортуна оговорили, что я не Адуев. И всем этим, дядюшка, честно говоря, я обязан вам. О чем вздохнули, матанат? Прежнем Александре. О, матант, что делать? Век такой. Я иду наравне с веком, и нельзя отставать. Век, надо сказать, хороший. Этот век мне нравится. Послушайте, мононкль. А вы бы не хотели свой заводик, так сказать? А что, я бы мог развернуть предприятие на что? Ой! Поясница! Поясница!